Я вообще вот, ну, людей, которые выдвинулись, практически не знаю, за исключением своего бывшего помощника. Он, правда, хитрит, он не говорит, почему его президент уволил. Ну, это вы у него спросите. Почему я его уволен? Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо, скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом.